А кто тут у нас давно не видел моих мономукбангов? Ага, это ты. Ну тогда смотрите, сегодня у нас на повестке дня мидии. Вот это шарики я купила в японском магазине. Они рыбные, наполненные какой-то крабовой жидкостью. Креветки. Куриные лапки, да, куриные лапки. Я сегодня парочку штучек сделала там чисто для коллагенчика. Салат морской, чука, ну вот эти, сивид, морская водоросль. Но это не морская, не путай с морской капустой. И, конечно же, красавчик краб. Вот такой вот. Посмотрим, что из этого выйдет. Краб тоже в соусе таком. Я туда добавила просто там немножко соевого соуса. И вот, вот такое вот дело. Сейчас я его тоже вот так полью, чтобы он пропитался этой всей жижей. Ну что ж, как говорится, приступим. Я начну с этих шариков. Они очень вкусные. Я не знаю даже точно, что там. Но это безумно вкусно. Как будто крабовое мясо, только жидкое. О, вот. Паста такой. Это крем из крабовой пасты. Знаете, на суши кладут иногда такую горку. Очень вкусно. Сегодня кушаю все исключительно руками. Особо слабонервных просьба подписаться. Нервы надо закалять. Куриные лапки богаты витаминами. Я читала, как раз когда готовила, читала, потому что они очень-очень богаты коллагеном. Но знаете, в буфете мы с Сашей ходили, там тоже были лапки, но там я их ела вместе с косточками. Азиатский буфет, там они как-то сделали, что лапки стали как один сплошной хрящик. Очень вкусно, ребят. Раньше я не понимала лапок. Но времена меняются. Очень вкусно. Чука. Хотела еще приготовить, еще есть свиная ножка. Рубленая. Забыла. Ну, думаю, сварю с нашей следующей Сашей мукбанг. Поедим. Попробую мидию. Соус купила такой в японском магазине. Острый. Он в такой красной упаковке был. Я покажу потом, может, в телегу скину. Там смесь фенхель, шменхель, всякая всячина. Ну вот. Привет, туз. И в общем... Креветка уже очищена, без желудка.
Так, хочу отведать этого богатыря. Как говорят эти корейцы, так, вау, вау. Вот там много икры. Ой, их прям там. Поверьте, вот тут в крабе вкусно все, кроме жабер. Жабры я не ем. Рот горит от этого китайского, японского. Как вы уже знаете со стрима предыдущего, наши новости большие. Ровно неделька. У нас с Сашей большие приготовления, так сказать, к смене локации. Полным ходом, дом весь завален, все завалено. Это комиссионный магазин, ну, здесь как на благотворительность мы отдали вещи, которые не берем с собой. Но очень много всего отдали. Я бы сама эти вещи бы, если бы нашла где-то на этом самом... Я раньше любила, знаете, на барахолке ходить. Люблю купить что-то дорогое и подбирать с дешевым. Кстати, на барахолке можно иногда неплохой бренд найти. Как у нас там это называют? Second hand. Вот я теперь... Вложилась, так сказать. Мы с Сашей отдали свои вещи для секонд-хенда. Очень-очень крутой краб. Свеженький. Только вчера бегал, прыгал. На моих глазах его мне, так сказать, подготовили. Крабе. Даже кофта в крабе, вы посмотрите. Ну ничего. Как говорится, у нас сейчас хрюшка-жор, поэтому можно немножко запачкаться. Так. Это все мы не едим. Это все мы не едим, потому что это жабры. Мы их очистим, а там мясико. Как меня Сашенька научил говорить, мясико. Вот это оно. Сашка у меня не любит это все дело, а я с удовольствием. Ну, лапку я ему оставлю. Лапки Саша любит. Так. Клешенки. У нас ножницы специально так и не появились. Пользуемся тем, что есть. Нормально вот получается. Вот такое мяско. О. Свежак. И вот с этим кремом крабовым. А тюрлих. Mm.
Вот это хорошо. Это хорошо. Мяско. Я вообще к переездам привыкла. Я часто переезжала последние несколько лет по Одессе, просто Одесса, Киев, а потом уже и дальше поехала по Европе туда-сюда. А вот для Саши это, конечно, сложнее сейчас, наверное, все. Он здесь 20 лет прожил, 23. Фу, но держится молодцом. Потому что мы знаем, что все будет хорошо. Чесночок. Ну, ребят, ну не зашла мне эта Америка. Ну, не зашла. Ну, что я могу поделать? Ну, у меня здесь уже, в принципе, и работа. В спортзале вот мне на днях позвонили опять, предложили в LA Fitness вернуться. У меня, в принципе, могу здесь в театре снимать пьесы. Тут рядом с домом у нас, ну, пару там, 2 километра от дома. Хороший театрик. Можно там арендовать, работать. Считай, голливудский режиссер уже. Ля. Ну, как говорится, не могу я здесь. Не то. Так скажем, не та атмосфера. Так что прежде чем все бросать, бежать за голубой мечтой США, вы подумайте, что не всем так везет, как мне, найти здесь, встретить человека, с которым можно, как говорится, уехать дальше. Некоторые здесь просто теряют свою жизнь. Теряют годы. Медиа. Хорошо. Куриные лапки, это кайф. Посижу с вами сегодня подольше. Косточки пообглыдываю, да. Это мое фирменное слово.
Между прочим, такая вот, такой пакетик ножек тут стоит что-то вроде $13. Так что не такое, это уже отходный материал. А когда начинаешь ее есть, не можешь оторваться. Надо все выкусать. Выкушать. Подписывайтесь на нас. Ставьте лайки. Комментируйте. Приходите к нам в Телеграм. Ссылочки все в описании. Все, достаточно. Ну что, еще по крабику. Что, мистер Крабс, сегодня не ваш день. Сорян. Я всегда предварительно прошу, ну, крабика заколоть, чтобы не бросать его живого в кипяток. Не могу такое делать. Что и вам всем рекомендую. Отлично. Какой у нас Плямкин. Расскажите, а что вы любите вообще из таких вот необычных каких-то явств? У меня же продолжается вопрос-ответ. Задавайте мне вопросы в комментариях. На самые интересные я отвечу. Отвечу. Так, что-то с клешнями. Без Саши Клешневой саксофон не дудит. Короче, это должна... О, отлично. Отлично. Ну, может, не идеально разделала, но разделала. Так, это все. Крабиковые волокна. Вот будете мне опять говорить, волосы, не волосы. Да, волосы. Никуда они мне не лезут. Так. Ням-ном. Ням-ном-ном-ном. Вот она еще, лапуня. Кто-то явно спешит. Кто ко мне спешит? Признавайтесь. Почти демонтировала уже свой кусочек, отрывочек из пьесы. На днях буду учительнице сдавать. Надеюсь, все подойдет.
Вообще, в фильме, конечно же, в пьесу вот эту тяжелее монтировать, чем ролики наши. Больше времени занимает. И усилий. Но интересно, опыт тоже, практика. Как сколько тут специй, класс. Я это все, конечно, не съем. Я оставлю Сашке. Может быть, что-то понравится. Вот эти шарики хороши. Хорошо печет. Настоящая японская жгучесть. Аж прям нос пробирает. Когда у меня будет больше времени, я научусь, как делать эти лапки, чтобы они полностью разваривали. Чтобы оставались только хрящики. О, хорошо, дульце горит. Интересные такие тут специи, я таких не пробовала еще. Все, ребяточки, дорогие мои, спасибо, что поели вместе со мной эти диковинки. Всех вас люблю, всех вас целую, даже хейтеров. Кушайте с нами, решайте сами, что есть, что не есть, а что карп, а кто поликарп. Всем удачного дня. This is life.